Гроб на колесах с черной икрой. В Хабаровском крае полицейские остановили за превышение скорости ритуальный автобус. Нетраурные лица сопровождающих показались сотрудникам подозрительными, они решили осмотреть салон. Под венками были обнаружены пластиковые контейнеры, предположительно, с осетровой икрой. Такими же упаковками оказался заполнен и сам гроб. Общий вес изъятой партии составил почти полтонны. Водитель заявил, что не был в курсе содержимого груза, а просто согласился за 25 тысяч рублей подвезти до одного из хабаровских моргов тело умершей женщины. Ни имени заказчика, ни тех, кто грузил гроб машины, он не знает. Сейчас их разыскивает полиция, ну а икру из гроба пока передали на ответственное хранение. Заднюю откроют, там камера и... Вы видите, да? Видите, это икра черная. Да, я смотрю. Так, и надо гроб еще тыкать. Погоди. Вот же ручка. Саня, открой. Все, стой. Поднятый, это пускай тоже смотрит. Миша! Звони в эту, чтобы... Я уже позвонил. Отправляли. Миш, наверное, лучше краевую, а не район. Я к этому позвоню. Да. Это здесь особо крупная партия будет. Ну смотрите, видите, это опять черная икра. Ничего. Ну, это будет предположительно будет. Все, все, хорош. Да не, достать, показать. А, показать, ну давай. Давай, давай, открывай, открывай, открывай. Смотрите. Все, все, открывай, открывай. Товарищ понятый, посмотрите, пожалуйста, сюда. Смотрите. Видите, да? Трупа нету, смотрите. Вот вскрыли гроб, в гробу такие же контейнера. Вы смотрели машину, да?